Что студенческое кино, меня это абсолютно не смутило. После того, как я посмотрела эти работы, я была в очередной раз утверждена в своей мысли, что дело должны взять в свои руки молодые, совершенно новые граждане с новыми мозгами, совершенно открытыми миру, совершенно желающими и способными делать этот новый мир. Вот это новое поколение, оно не будет наступать, переступать ради своего фильма, оно просто будет делать дело. Это то, что вот мне очень нравится, это то, что говорит о том, что мы не то, что близки к Европе, мы Европа и есть, мы деловые, современные, нормальные люди. Я желаю им огромной удачи, потому что они умнички, у них все получится. Спасибо большое.